здравствуйте, дорогие мои. Разрешите представиться. Меня зовут Гудесь. Я любимец богов. Так любил говорить Александр Сергеевич Пушкин. А хочу я вам рассказать о предании старины глубокой. И ты правда думаешь, твой сказ о старине глубокой будет интересен современным детям? О, Александр Сергеевич, вы сами к нам пожаловали. Может, и расскажете свою сказку? Я бы рассказал, но мне кажется, что мои сказки дети сейчас уже не читают и их даже не знают. Поэтому я пришел к тебе с предложением. С каким? Давай немножко пошутим. Возьмем персонажей моих сказок и перемешаем их вместе. Зачем? Ну, ты же знаешь, я шутник. Это во-первых. Во-вторых, дети сейчас посмотрят, может им кто понравится, и они захотят прочесть сказку или повесть, ну, что-нибудь. Это уже интересно. Давай не будем больше говорить, а давай начинай уже сказ. А я посмотрю, может быть, что добавить еще интересного. Тогда мы начинаем. Скучаешь опять, да? Скучаешь. Вот занялся бы каким-нибудь делом, а? Я блогер, мама. Кто? Блогер я. Блогер. А твои братья, шесть королевичей, не блогеров, а богатырей, в лесу вон деревья валят. Ну да. И денежку, между прочим, домой несут. Иди помоги им, живо! Какую денежку, мама? Они эту денежку даже до дому не доносят. Мне такая работа не нужна. Что? Ты что смотришь-то? Ты это, крышу почини, а? Дождь идет, крышу течет. А? Давай, давай, иди, иди. Знаю, что крыша течет. Я думаю. Он думает и знает. Окей, Google, как починить крышу? Окей, Google, как ему дать ремня? Чего смотришь? Слушай. Сложно. Елисеюшка, а может ты женишься? Потерплю еще. Да чего терпеть? Слушай, а правда, взял бы и женился, а привел бы какую-нибудь королевишну к нежну, она бы мне помогала на кухне, а? Мама, у нас в королевстве 10 человек живет, это если козу с коровой посчитать. На ком жениться? На козе или на корове? Да при чем тут коза с коровой? Ты тут другое место смотри! Вон наша столица, Луговое, Луганск! Что? Ты вот знаешь что, отправляйся туда. Там, в Буянске, устроишься на работу. Пошьешь себе новый костюм. Кафтан, вот, с отливом. А там в Буянске, ой, там королевишны всякие, княжны. А купеческие сколько дочек, несчастья, все разные-приразные. Ты выберешь самую красивую и самую богатую. Вот, женишься и приведешь домой, а? На ком там жениться? Из кого выбирать? Я лично достойных не вижу. Окей, Google!
Первая красавица Буянска. Вот. Смотреть. Давай посмотрим. Давай, давай, давай. Ну, как тебе? Права ты, мама. Права. Что? Поеду в Буянск. Поеду. Правда? Правда? Ты не шутишь? Не шучу. Так, надо это еще собрать. Но вначале послушать мой мудрый совет. Давай, давай. Чтобы взять дорогу, значит, пару сменного белья, пару носков, пару платков носовых. А, настойку зверобоя. Брось, мама! Ты точно не передумаешь? Провожай меня, путь дорогу. Поеду счастье свое. Всю ночь. Селфи на память. Давай, селфи. Ой, ты точно не передумаешь? Не передумаю, мама! Ну что стоишь? Беги давай! Ой, ой, ой! Так, я не понял. А где мои музыканты, а? Так, молодежь, я же сказал, репетиция в 10:00. Почему опаздываем? Все, давайте играйте, что вы там сочинили. Я послушаю. Скоро окажется. А может это? Что? Переговоры.
Переговоры? Переговоры. Да, поговори с Черномором. Спроси, что ж ему-то нужно все-таки. Шайтану это. Слушай, правда. А может, сначала надо было поговорить? Чего это мы все время войной да войной? Вот ты голова, Фарлапа, молодец. Голова такой светлый. А то переговор пойдет. Надо говорить. Как то, как то. Даже в княжестве только один на переговор. А, только он один. Да. Что такие вопросы по князю вот задаешь? А? Только он один может пойти. Ну как, ну князь! 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 Слышал? Князь! Подожди, как это князь? Как это князь? Как это князь? Какой из меня переговорщик? Какой переговорщик? А какой из меня переговорщик? Не надо. Вот вы вдвоем и идите. О, нельзя. Я с ним никуда не пойду. Нельзя. А если? Я же заместитель ваш. А вдруг со мной что-то случится? А со мной, если что-нибудь случится, я же князь. А я за вас тогда буду. Беда, беда. И что делать? А давайте время бросим. Вот это по-нашему. Да. А ты сразу так человека перед фактом ставишь. Да, хорошо, дай. Куда? Дай. Что ты делаешь, шайтан? Подложили. Конечно, вот. Вот, берем пуху глашенную. Ой, что ты делаешь? Ты камень. А, берем. Рвем его на три части. Так. Жребий, да? Да, жребий. Брусим, да. На одном рисуем. Так, на одном рисуем чешую. А, крестик. Подожди. Зачем же крест? Так сразу, да? Хорошо. Не крест, восклицательный знак, а на двух других ничего не рисуем. Вот это другое дело. Дай сюда. Щепка моя, щепка. Держи. Кручу, верчу, запутать хочу. А вот ты там путать собрался. Дай я возьму. И у меня ничего нет. А у меня тоже ничего нет. Моя щепка волшебная, никого не ждет. Не открывай, дочка! Восклицательный знак. Вань, что это такое? Что такое? Так! Товарищи, господа, понятые, все видно, восклицательный знак. Всем. Вам видно. Вам видно. Вам видно все. Что это, пап? Так нечестно. Честно, таковы были условия. Я отменяю эти условия. А эти условия не отменяю. Да что случилось-то? Да что случилось? Что случилось, доченька? Кому-то нужно идти. С Черномором договаривался. С Черномором. А у кого восклицательный знак, тот не должен идти. Да. Иди. Тоже это мне идти? Иди. Что? А вот и пойду. Что? Да ты чего? Так, а ну-ка, иди. Пойду. Поговорить нужно. Иди. Вы во всем виноваты. Вместе восклицательный знак. Жребий. Ну что это такое, а? А вот и пойду! А ну, мамки-няньки! Приготовим мне сарафан расписной вышитый, коня седлать. Пойду с Черномором повидаюсь. Открою ему свою тайну девичью, да поговорю по душам. Скажу ему, что подстал от нашего княжества. Ушла. А что? Она у меня ничего. Она у меня и коня на скаку остановит. И в избу горящую выйдет, если надо. Или Черномора. Коня остановит. Коня? На скаку. И Черномора изведет лютого. Да. Страшного. Да, страшно. Страшно? Да как же так можно? Мы же ее одну отправили, а! Так, кого-то последовательно надо послать. Слушай. А ну-ка, найди этих заморских сыщиков, как их там, Пинкертоны. Пинкертоны? Пусть отыщут ее след, быстро вперед. Да, Пинкертоны. Сыщики, да. Иди, срочно. Сыщики, мяч, они взяли след. И ты хочешь сказать, это след моей дочери? Так, а ну-ка, все ушли отсюда. Нет, это не то, уходим. Взяли след, это не то. Слушай, нужно послать за ней войско, срочно. Какое? Забыл. Нету войска, да? Нету. Войска Черномора, значит. Все, ну остались
Семь богатырей, семь румяных кусачей, все равны, как на войне. То, а это шестеро с сорочином 14-головым сражаются. 36! Ого, не успевают. Не успевают рубить. Нет, растут, растут. Нужно кого-то отправить. Ну кого? О! А может тебя? А? А чего? Давай тебя отправим. А меня нельзя! Что это? А я же ваш заместитель! Я же за вас! А если с вами что-то случится, да, если война! Постой, постой, а давай этого звездочета отправим. Можно, конечно, только толку никакого не будет. Да? Mm-hmm. И что делать? Княжка, а давай объявим турнир. Турнир? Да, и вы объявите! Объявляю турнир, кто победит, тому и... Постой, а состязаться кто будет? Мужиков-то всех Черномор разничтожил. А никого не изничтожил, увел за собой. Надо искать. Надо искать кого-то. Mm-hmm. А пойдем-ка посмотрим в базе данных. Пойдем. А у нас есть такая база? Ты не... Или база? База. Как, ты не знал, что ли? Стойте. Подошли. Так, помахали. Все, спасибо, расходитесь. Итак, я добрался до Буянска. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, все ссылки в описании. Не всех. Черномор из Вавилона. А кто-то шарахается еще здесь. Здравствуй, Ходец. А ты чего тут бродишь? Он хлопается. Ты зачем головой ударился? Да. Хлопец! А! Здорово! Здравствуй. Мне бы это, в отдел кадров. На работу хочу устроить. Это хорошо, а то с мастерами-то у нас очень плохо. Да я смотрю, как-то немного людно у вас в столице. Да, отдыхают все. Отдыхают? Да, отдыхают. Тихий час? Правду мама говорила, хорошо люди в столице живут, а? Так это, где отдел кадров? Здесь. Нет, на работу. А вот это князь. Князь! Здорово, князь! А ты тогда кто? Я боярин-фарла. Боярин, иди сюда! Здорово, 5 минут в столице, кого не встретишь, князья да боярин. Так это что, насчет работы к нему? К нему. Князь! Ты скажи, как тебя зовут? Ха! Елисей? Елисей? 412? Это если в инстаграме. 412? А так вообще я Королевич. А, Королевич. И откуда ты взялся такой, Елисей? Королевич. Из королевства дальнего, но из вашего княжества. Откуда? Сейчас я объясню. Вот смотрите. Так. Вот, видите? Нет. Видим. А вот тут мы сейчас находимся, а вот тут мое королевство, вот. Ты чё? Поняли? Ну, у меня 6 братьев есть. Ну, у меня тоже есть. 6 братьев? Больше. А ну как? Вы что, не знаете? Ранним порой братья дружной гурьбой выезжают погулять, серых уток пострелять, руку правую поддержать. О! Сорочина в поле спешит и башку с широких плеч у татарина отсечь. Забери карман. Ну а я 7-й. Какой 7-й? Я 2-й. Еще. Королевский я. С мамой мы живем. Вот. Королевство бедное у нас. Вот. О, мама на самом деле отправила. Поэтому вырастет. Понятно. Елисей. Королевич. Но мне бы это, на работу, возьми меня. Понимаешь, все очень непросто. Да, это я понимаю, подожди. Это я понимаю сейчас. Так. Дело государственной важности.
искали претендентов, а на специальную должность. Турнир, скоро турнир. Турнир? Да. Ну ты не беспокойся, ты его уже выиграл, да? Я? Да. Выиграл? Да. Я тоже не радуюсь. Дура. А раз турнир это игра, и как во всякой игре... Полагается пресс-студио! Да нет, подожди. Как и всякой, во всякой игре, когда ты выиграл игру, полагается супер-игра. Да. Знаете, что? Я, наверное, откажусь. У меня как-то разок папа тоже выбрал призовую игру и все проиграл, мама его из королевства выгнала. Подожди. Когда ты выиграешь супер игру, тебе полагается конь богатырский. Приведи коня. А может не надо? Да. Конь богатырский. Прям богатырский. Прям богатырский. И примет он смертник, конечно. И это еще не все, подожди. И меч! Трехпудовый! Тяжелый! И медаль лучше всех. И медаль лучше всех. Какой-то конь у вас не богатырский. И примешь ты. Смерть от коня своей. Примешь чего? Ничего. Коня примешь себе. Да, коня примешь, да. Вот такой прием. Хороший конь. Ух ты! Лучше всех. Ну что? Соглашаешься? Соглашаешься. Была не была. Не надо руку пожать. Это, задание, в общем, простое. Нужно дочку книжную домой вернуть. И все. Высыпал. А в соцсетях не отслеживал? Она не зарегистрирована. Любит она это. Ну, это, в принципе, легко. Так? Да, конечно. Я знал, что ты согласишься. Это очень просто. Знаешь, забыл одну деталь маленькую. Там нужно с Черномором, или просто с Черномором договориться. С кем? С Черномором. Ну, это Блэкмор, что ли? Такой бородавый. Нет, а кто это? А. Я не знаю. Такой бородавый большой. Мост. Ну, и не познакомишься как раз, узнаешь. Ну ладно, не важно, я люблю с людьми знакомиться. Да? Хорошо, куда идти находим? Туда. Туда? Я не знаю. Конь, пошли! Дядя, пойдем, пока он тебя помнит. Эй! Шевелись, плотва! Остроился! На работу! Коня этого дали. Да хотя бы. Меч тяжеленный, удобный. Ну и куда идти? С Черномором знакомиться. Искать этого Черномора. Имя еще такое Черномор. Окей, Google, как пройти к Черномору? Тьфу ты! Интернета нет. Что ж за деревня такая, а? Ладно, будем по старинке. Благо мама с собой компас положила. Итак, мы пришли с севера. Стало быть, там север. Все правильно. А следовательно, раз там север, то там... тоже север. Компас север показывает. Мама что, компас с Алиэкспресса заказывала? Там тоже север. И там тоже север. Кругом один север. Да. Ну, наконец-то. Восток. Однако, кажется, мы заблудились. Грустно как-то в этом лесу. Куда идти? Oh.
волшебный лес зашли. И здесь я могу спокойно говорить, и ты меня понимаешь. А чего? А там нет! Ведь я же давно говорил, слезь меня! Не тяжело! Ой, я с вашим волшебным лесом до пенсии точно не доживу. А я с вашим братом точно голодаю. Целые сутки на сухом пайке. Слышь, Коля! Мы с тобой заблудились. Да? Да. Да ты не трусь, я с тобой. Сейчас разыщем одну какую-нибудь живую душу. Давай. А, живая душа? Ау! Нет, никого здесь тоже. Ау! Ну кто-нибудь отзовется, а, живая душа? Нет, никого живых нет. Точно нет никого живых. А, тихо ты! Ты что, твой привык? Слышишь? Не слышу. Тройка. О, кто-то бухнет. Синока. Туз. Тройка, Синока. Туз. Там
смерть печальна. Гроб качается в кустах. Как
Какой вам суженый? Сбылось предсказание. Золотой рыбке, кто меня поцелует, тому я жену и будут. Постойте, вас как звать? А русалка Руслана. Вы что, рыба? Я девушка. А меня зовут Герман. И со мной все ясно. Любить меня. Ой, суженый мой. Какой вам суженый? Дайте я вас получше рассмотрю. Простите, а вы случайно не страдаете этим косоглазием? Нет. Точно? Нет. У меня все хорошо. Да у меня все хорошо. Да мои хорошие. Ну если у вас хорошо, тогда вот туда можно посмотреть? Вот туда. А что там? Посмотрите. Ой, так загадочно. А что там? Посмотрите, смотрите. А я пока... Ой, ничего. Какой там? А то скоро с вашими аттракционами копыта трошу. И говорите, где черновой живет.
молчва. Там живет Черномора. А его убивать на горе Черномора будем. Вы его не убьете. Почему? Убить не сможете, а вот приручить получится. Это как? Оденете вот эту шапочку на него, и он станет послушнее, чем ягненок. Вот это разберешь. А ну-ка, друг, прими. Что надо? А ну-ка, обними ее. Отпусти ее. Лена, работает. Отлично. Сюда. Ой, что новый хозяин, надо? А давай покасаем, а? Эх, первый. Два раза, это уже перебор. Один раз еще куда не шло, но два раза это уже судьба. Какая судьба, какая судьба? Твоя судьба. Ваше сиятельство, можно вас попросить об одной услуге? Не приютите в себя эту красавицу. Она у вас будет прекрасна, великолепно воспитывается. Будет вас слушаться, выполнять все ваши указания. Вы же такая добрая, вы такая замечательная. Ой, как я давно не слышала так много ласковых слов. Поаккуратней. Ладно, возьму. Пойдем, дорогая. Убери руки. Выпрями спину. Хвост подобрала. Не виляй. Иди ровно. Я с тебя сделаю настоящую собачку. А лучше не увидите. А ну стой! Так, ну что, новости есть какие-нибудь, а? Никаких. Конечно, а где? Никто не видел. Горе мне, горе. Горе? Ну как же так, а? Мы же ее одну отправили. Как она там, где, а? Хоть бы кто-нибудь подсказал, а? Нет никого. Я вот, княже, вот что подумал. Ты кто-нибудь подсказать должен. А кто должен подсказать? Не знаю, это же Иванова дочка, а мне моя нужна. Княжна моя, ну, что делать? Княже, я вот что подумал. А что, если я пойду? Куда? Ну, пойду дочку вашу выручу. Ты? Ну да, и Черномуровой, Черномыровой. В общем, его заборю. Фарлафушка, да если бы ты это сделал, да я бы тебя, да я бы все что угодно для тебя. Все бы сделал. Жены, дочка отдашь? Да ты что? Ты старый для нее. Она тебя дядей называет. Нет. Все что угодно для нее. Да. Иначе не пойду. Ладно. Вот. И половину княжества. Так ты совесть-то пойми, а? Половину княжества. Половину. Договорились. Вот. Все, пошел я, княже. Что? Не сработало. Еще идея есть? А давай неожиданно нападем. А потом? Неожиданно отступим. Ну так все великие полководцы делают. А где логика? А пока он будет искать пушку, мы его остановим. И все, княже заберем и уходим. Черномор, пойди, наступай. Выходи! Супостат! А супостат земли русской! А ты кто? Кто-кто? Господи! Где? Елисей! А я уже испугался! Думал, я муромец! Спаси меня, богатырь! Сейчас! Это на кого? У тебя, а кому же еще? Мне? Тебе! Да тебе! Лепетать будете! Чего? Трепещи, говорю! Трепещи! Трепещи! А это чего это такое? Это как? Вы что, не знаете? Нет! Значит так! Слушай внимательно! Я, это ты!
красивый, глупый, как ты, а ты такой же и красивый, и умный, как я, правильно? Да! И вот я, то есть ты, то есть вы вдвоем должны встать на колени и броситься тебе, то есть мне, в ноги и просить о пощаде. Понятно? Ты понял? Я ничего не понял. Да чего тут непонятного? Thank you.
как это нечестно. Договор простой был, княжну вернуть, Черномора изничтожить. Вот, так что осталось дело за свадебкой. Батюшка! Доченька. Куда? А как же я? Ты? Что я? Суженый! Маня! Маня! Помогите! Помогите! Он нас любит! Куда? Елисеюшка. Держи его, русалка. Пойдемте, к свадебке готовиться надо. Пойдемте. Няньки, няньки! Давайте, быстрее. Пойдем, сами, куда? Никуда ты от нас не уйдешь. Пойдем. Ой, шляпочку забыл.